вы знали, что самое большое количество древних обелисков расположено именно в Риме? Здесь их аж 13, в том числе самый большой на свете прямо за моей спиной. Его высота 45 метров, а история 3500 лет. Дело в том, что обелиски вошли в моду 2000 лет назад после завоевания Египта, и римляне нашли ничего лучше, как их все перевести сюда. Потом они снова вошли в моду уже в 16 веке, и их воздвигли напротив главных католических церквей. Ни чуточку не беспокоюсь по поводу того, что здесь восхваляются иероглифами языческие боги. Дело в том, что иероглифы не могли прочитать до 19 века, пока в Египте не нашли Розетский камень, где была одновременно надпись как на греческом, так и на египетских иероглифах. Но на всякий случай в 16 веке обелиски украсили крестами, поэтому они украшают все главные площади Рима. А вообще обелисков здесь 18.